Підкали до скупу вражень кастингового дня у молодого науковця Петра буквально закипає мозок. Хлопчина, що звик до тиші університетської лабораторії перед галасливою творчою атмосферою, майже непритомний. Я не знаю, ні, ну я ж не можу, якщо я стесняюсь, то я ж не можу себе заставити не стесняти. 500 грам налить? Ні, я не п'ю, я взагалі не п'ю вже 5 лет. Ну, получается, магистр механики, выкладач математики и информатики. И еще аспирантура — это как продолжение. Это как продолжение обучения. У те, що йому, науковцю, знайдеться місце на сцені, сумлінний аспірант не вірив до останнього. Аж поки не збагнув, якщо кандидат фізичних наук Ігор Кондратюк вже понад 20 років вдало працює у шоу-бізнесі, то, може, і йому час спокусити долю. Добро пожаловать. Ну, здрасте. Повернись сюда, пожалуйста. Приглашаю тебя на сцену. Вот туда. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Петр Штомпель, я приехал из Полтавы, 25 лет. Петь. Что вы будете петь? Артур Пирожков, «Плачь, детка». А давайте Артур Пирожкова. Петро Штомпель. Что? Петро Штомпель, кажу. Оголошую артиста. Для вас співав Петро Штомпель. Петя, а це правда, що ти брав участь у X-Factor онлайн? Да. Яке щастя, що ти не переміг. Тому що якби ти переміг, ти брав би участь у прямих ефірах. Возможно. І якби ти співав оце в прямих ефірах, оце був би останній прямий ефір шоу X-Factor. Вполне вероятно. А по-моему, Петя, тормоз хороший, вот что. Так, Сережа, ну что вы так вот это обрубаете на корню? Тормоз. Это, я против того, чтобы мы разговаривали. Извините, это грубо. Это не культурно, это не интеллигент. Петя,
Это грубо нереально. Вот он каже, что мы грубые. Это стоп. Нарушение, так сказать, вообще этикета. Я показывал тебе, милые, двигаться туда-сюда. Не, ну я понял. Не, а мне интересно, вот ты вот человек из народа, ну таким ты кажешься. Вот простой такой, честный парень. Ну да, да. Вот что, а что в народе думают о судьях? Вот, ну, вот о каждом из нас. Я людей не обсуждаю. Так, хорошо, а, ну ладно, обо мне, ну что говорят? Ну, рэпер, ну, Серега, говорю, честно говоря. Рэпер Серега, там, не знаю, самый быстрый рэп, в общем, быстрее всех он умеет. Ну, то есть хорошо говорят, с уважением, да? Ну, в принципе, честно сказать, я не слышал, допустим. Чтоб с уважением? Чтоб без уважения. А, чтоб без уважения. Я, может, ну, не знаю, я не вот слышал. Вот народ чувствует, народ чувствует. Мне ничего не... А как что говорят, ну, за Иру Дубцова, понятно, что хорошо, а что за соседова говорят? Ну, только честно. Без комментариев. Дамы и господа, Петр Штомпель! Класс! Спасибо! Ура! Я тебя спасу, да. Не дам тебе опять с ума сойти. Съел, получил за тормоза. Вот так вот. Мы ему вышлем 4 непошты. Спасибо тебе, Пить. Вам спасибо большое. Желаю тебе творческих... Очень много получил эмоций. Положительных дальше... Успехов. Mm. Спасибо. Спасибо. До свидания. А что говорят соседи? Без комментариев. Вы знаете, чего?